К сожалению, мы привыкли жить в не самом справедливом мире. В мире, где большую роль играет то, в какой семье ты родился, какими связями ты обрастаешь, какие деньги водятся при тебе. Люди привыкают разбрасываться деньгами направо и налево, решая свои большие и не очень проблемы и избегая всяческих последствий. Действия, которые они совершают, в конечном итоге сказываются на каждом из нас. Очень часто они не догадываются, что пока совершается преступление, кое-где уже надломилась одна судьба. Чувством полной безнаказанности они продолжают все чаще и чаще наступать на горло собственной совести, ни на секунду не задумываясь об окружающих, о том, какой вред они им приносят. И в какой-то момент все это достигает апогея. Мы живем не в самом справедливом мире, чтобы еще и коррупция могла его добивать. Миллионы разрушенных судеб, миллионы несбывшихся надежд, миллионы утраченных жизней. Готовы ли вы взять на себя такую ответственность и продолжить этот порочный круг?